Цепь привода масляного насоса, ребят, посмотрите, как она у меня сейчас болтается. Она почти задевает вот эту вот шпинь, как вот выступ. Шпоночка, вот почти, но она не задевает. Давайте все-таки посмотрим, задевает она его или нет. Да, ребят, задевает. Даже уходит более чем. Вот. Это на максимум. И посмотрим, как будет новая цепочка. Вот еще раз. Ну, до половины почти дотягивает. Прям точно, вот если вот отсюда посмотреть, прям до половины. У нее есть такой провис, растяжение это или еще что-то. Вот посмотрим, как будет выглядеть новая цепь. В общем, ребятки, сейчас установлена новая цепь. Давайте посмотрим провис цепи. Пробую тянуть налево. Это вот максимум, ребят, что я могу. Даже не дотягивается более чем вот до судова. В новой цепи вообще все по минималочке. Она даже не болтается вообще. Если вот пальцем пошатать ее. Вот такая поднатянутая, знаете. Что никакого успокоителя, ничего здесь не нужно. Она такая поднатянутая, ребят. В общем, вот такие вот, ребятки, пироги. Все, сейчас ставлю крышку. И все. И заливаем маслица.